Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет интересный роллинг на 92 тысячи накопленных самоцветов. Аккаунт не донатный, самое интересное. То есть, как видите, доната тут не так уж и много. Был не донатным, стал донатным почти, сколько там, 4 пака. Давайте заберем плюшки. Шапка есть, еще одна шапка есть. Вот наполовину до Минотавра, вот так вот. Надо сегодня вот такая вот еще акция интересная. Видите, за покупку вам дают, за каждых 1400 дают кулачки, что в принципе очень неплохо. Так, давайте посмотрим, что тут есть интересное у нас. Заберем плюшки, акции тратили, не тратили. Да. Так, ну давайте 3 пака получается у нас. Попробуем что-то вытащить и пойдем ролить недостающих. Владелец хотел в рулетку сыграть. Не в рулетку, точнее в молоточке, но, честно говоря, смысла нету. Шанс минимальный того огнекрыла, да и слить просто впустую, лучше в пирата играть в таком случае. Ну, за 36 попыток. Не знаю, что мы тут сейчас получим интересного. Скорее всего, что ни хрена. Аккаунт бездонатный, был бездонатным. Ну, в принципе, он еще не донатный, пока ничего не выбили. Просто самики накопили за пару минут. Так. Вот так вот Бигфута вытащили. Ну, он у него уже есть. Ну, повторочка. В любом случае, неплохо. Так. Кристаллики, яички. Призрачный, ну ничего себе. Мега подгон. Призрачный всадник. Оу, заклинательница. Недостающий герой. Отлично. Так, у нас не хватает шансов. Что тут у нас? Чары, сокровищница. Это мы пойдем в конце. Знаем редких героев. Так, посмотрим. Угу, понятно все. В общем, вот так вот. Сейчас, one moment, ребята. Так. Так. Тик-так. Смотрим, что тут есть у него с плюшками интересного. Ну, шапка, видите. Героев нет. То есть все герои были бездонатные. Не хватает, конечно, как обычно, имбовых героев. Так, Сергей находится в гильдии Асгард. Вот такая вот гильдия. Есть беседа ВК, ID-шка 155-99-55-24, пропуск БГ-кик, атака фортов 20-00. Первые, вторые места, кидайте заявочки, вступайте. Короче, все, пиздец, побежал я ролить. Руки чешутся, что-то выбить. Давно я не ролил уже. Занят был обновой. Так. Так, забрать. Сейчас покажу вам, кого нам не хватает. Вот заклинательницу мы уже достали. Поздравляю. Недостающий есть. Стрелок. Тут все есть. Все. Так, тут тоже. Тут все донатные герои. Анубис. Седна. Повелители Афина. Вот так вот. Такой вот нам нужен наборчик. В общем, много недостающих героев, топовых не хватает. Побежали, посмотрим алтарь. Так, тыква. Хорошо.
Отлично. Надо менять. Отличная Фрея. Так, Рино вообще огонь. Ну, аккаунт, как видите, на такую силу уже имеет имбовых героев, топовые прокачки. Отлично. В общем, дальше все беда. Ну что, поехали. Let's go. Рассмотрели все. Поехали выбивать. 150. Смерть князь тыква. Вот так вот сразу начало неплохое. Укротитель. Ну, такое себе. Еще один укротитель. Ну, спасибо, рандомчик. Профессор Рибит. Еще одна дичь. Ненужная. Так, ну, одержимый. Череп на повторочку, бог грома. Ниндзя. Ну, тоже нужен будет ему. Поздравляю, Седна, у тебя уже есть второй герой. Блин, ну, огонь просто, поехали дальше. Теперь к нам приходит повелитель бури. Третий герой недостающий. Вот так вот, ребята, бомбите в комменты. Обязательно лайки, подписки, огнекрылы. Акция еще идет, не забывайте. Так. Еще одна ниндзя. Призрачный всадник, фараон. Ну, будем добавлять места однозначно на склад. Паладин. Хранитель. Let's go. Нужна Афина. Химера. Еще одна фара, еще Леди Лео. Анубис, стрелок, Афина. Приди. Приди. Угу. На слово приди нам ничего не приходит. Малышник. Оп. Окей, давайте соберем этот рендом немножко. Тык-тык-тык-тык-тык. Отличненько. И сразу же нам падает паладин. Дракос. Химера. Ну, в принципе, Дракос тоже недостающий. Его надо качать. Все повторочки нужны будут. Так, душек. Черепок. Ну, фея Гаргул. Вот так вот. Ара королева гарпий. Ну давай, рандомчик. Рину тоже неплохо. Еще череп. Ну, черепа начали падать, это радует. Повторочка повелителя бури. Супер. Ворожей. Огонь. Он у него, правда, прокачанный, но второй тоже не помешает. Так, ну, домчик. Так вот он сыпет, дает, там подкармливает нас, ну. Суккуб. Еще один суккуб. Ну, спасибо. Просто магазинки сыпят. Да, ребята. Паладин. Варлок. Ну да, и уже что-то нормальное, ну. Но...
Сори, ребят, вилка. Это была вилка, это все она виновата. Выпала, конечно, Фрея. Имба, герой, блин, ну у него есть Фрея. Ну, все равно поздравляю. Зачет, еще одну качнешь. Лиди Лео. Сноу, Тесса, Медуза. Вот оно пошло сразу. Королева Гарпи, ниндзя. Только после Фреи и все. И все, и все, и все, и все, и все. И королева Гарпий. Вот так вот, ребят. Вот такой вот получился у нас быстрый, веселый роллинг. 90 тысяч самов мы слили. Можно сказать, в никуда, но это такое. В принципе, мы их нормально слили. Выбили недостающих героев. Выбили кулачков. Купили, точнее, кулачков, я бы так сказал. Купили героев недостающих. Так, седно использовать. Окей. Повелитель бури использовать. Ну, Фрей, в принципе, он уже сам решит, открывать, не открывать вторую. Так, заклинательница где? А мы ее не забрали еще. Вот так вот. Не понял. А, на места не хватает. На ролили, блин, называется. Нам не хватает места на это все дело. Сейчас попродаем. В общем, я считаю, упало неплохо. На такую сумму самоцветов, конечно, Анубиса, Стрелка и Афину мы не получили недостающие герои. Но мы выбили все, что надо было. Ну, даже по акциях у нас сегодня ничего толкового нету с героев. Так, получить. Окей, открываем еще заклинательницу. Плюс 3 хороших героя, повторки, Фрея. Чего можно еще хотеть? Сказал бы я себе. Так. Ну, видите, отличные герои. Так, а что у него, где там биг? Качается еще что ли? Или я, как обычно, его уже пропустил? Так, буря с таким талантом. Ну, талантики, конечно, тут не ахти. А, вот он здесь биг есть. Так. Там у нас еще интересное есть. Плюшек особо нету. Откроем мегаплюшку. Получим ангела. Так, ну, в принципе. Пишите в комментах, как вам. Повезло, не повезло. Ну, я считаю, что огонь ролл получился. Тем более, аккаунт молодой, для него еще тут качать и качать их надо. 119-120 тысяч силы практически. Теперь есть кого качать на пару недель. Все, подписывайтесь, пишите комменты, бомбите. Всем пока, всем удачи.